Эй, как тебе удалось выбраться? Пароль? Еще немного, и я отвезу вас к Кортезу. Пошли, станем друзьями и забудем про прошлое. Вернемся к трюму, или я скормлю вас акулам. Мы не можем поговорить про это? Прыгай. Я богат, если следовать твоим розовым мечтам. Ох, я капитан в твоих самых страшных ночных кошмарах. Ты отбросил меня, Тулио. И ты выкинул яблоко. Я подумываю про другой план. Пожалуйста, не надо. Зачем вы это делаете? Я думаю. Зачем вы это делаете? Я думаю. Вы готовы к прекрасной мысли, Тулио? Пошли, развлеки меня. Эта лестница — наш путь отсюда. Ох, почему я не подумал про это? Все, что нам нужно, это ключ, свободный корабль и команду, которая бы поспала денек-другой. Эй, Тулио, посмотри на веревочную лестницу. Оставь меня в покое, я не могу думать, когда ты меня отвлекаешь. Думай еще, Тулио, еще. Я пытаюсь. Еще. Ха, вот так, Тулио, ты сделал это. Тулио? Тулио? Может быть, тебе необходимо немного отдохнуть от своих раздумий, дружище? Не хватает в двери двух ключей. Хорошо бы, если бы Тулио был близко. Нет ни малейшего шанса на то, чтобы пройти мимо моряка незамеченным, до того, как я не придумаю какую-нибудь уловку. Что-то, что сделает меня похожим на человека команды корабля. Эх, я ищу одного из пленников. Он пришел этой дорогой. Ты и твой приятель, вы, наверное, думаете, что я вчера родился. Ни в коем случае, вы нам кажетесь таким умным человеком. Эх, а затем вы спросите о том, не смогли бы мы подружиться. Отличная мысль, я уверен в том, что у нас есть много общего. Возвращайся к дырке, давай, иди. Прыгай. Подожди, я Мигель, твой потерявшийся брат. Ты не узнаешь меня? Ха-ха, пока, потерявшийся братец. Мне необходимо что-то, чтобы держать это открытым. Смотри, Альтива, нужно бросить что-то вниз, чтобы держать открытым дверь в трюм. Ха, что за мысли у Тулио? Он думает, что лошадь может понимать слова. Соберись, Мигель. Возможно, ветер разбил это. Может быть, тебе необходимо немного отдохнуть от своих раздумий, дружище. Thank you.
не стой просто так, делай что-нибудь. Извини, сила привычки. Кортес может заявиться с инспекцией в любое время, и нам необходимо как следует отдраить пушку. Ну, мне, конечно, нравится помогать тебе, но они отстранили меня от начищения пушек. Я сделал их такими блестящими. Только возьми и повози немного тряпкой. Правда, это такая блестящая пушка. Давай, полируй. Я не могу найти тряпку. Возьми мои носки, вот. Я надеюсь, что они пахнут не так плохо, как Тулио. Хорошо, немного понатирать и в то же время подумать. Это больше похоже. Ты сможешь получить бисквит и глоток рома, когда выполнишь задание. Я не могу ждать. Правда, это такая блестящая пушка. Мне необходимо использовать это. И он мне сказал, что я смогу получить один. Так вы собираетесь съесть все эти бисквиты? У меня уже было множество неприятностей с крысами, которые крали мою еду. Я ненавижу крыс, они гадкие создания. Дай мне Хебби-Джебби, и они сделают это. Мне не нужна масляная лампа, с которой течет прямо на меня. Правда, это такая блестящая пушка. На твоем бы месте я бы просто вернулся. Эй, быстрее! А теперь мне необходимо придумать, что мне со всем этим делать. Ха-ха, ты не можешь выбраться отсюда, мой четвероногий друг. Ха, получи. А теперь я могу сильно напугать этого матроса, натирающего пушку. Thank you.
безопасность слаба на этом корабле. И как вы выберетесь? Не нужно. Еду и воду можно и здесь найти. Единственный путь наружу – это пробить дыру к борту корабля. И поверь мне, такая красота может сделать это. Правда, это такая блестящая пушка. Это ведь глупо. Эй, а куда вы это направляетесь? Если мы не закончим полировать эти пушки до того, как придем в порт, Кортес нас четвертует. Эй, оставьте мою масляную лампу в покое. Найдите свою собственную. Давай дальше полировать. Это ваше насильственное натирание не укрепит ваше здоровье, вы понимаете? Это не сработает. Это ведь глупо. Не будь дураком, ты не хотел бы отключить одну пушку. Я не знаю, удастся ли нам выбраться отсюда. Да, но ведь нам придется плыть назад аж до самой Испании. Это такая блестящая пушка. Это не сработает. Это ведь глупо.